Всем привет-привет! Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на одну позицию. Задача расклада не для того, чтобы... Как это правильно сказать-то? Не для того, чтобы вы послушали этот расклад, да, и как-то слились с ним, да, либо наоборот что-то постарались узнать из расклада о себе. Задача данного расклада чисто такая, знаете, ну, философская, с моей точки зрения. А почему? Потому что расклад называется «Зависть, которая гнетет». И я не ставлю себе задачу объяснить вам, есть ли у вас там зависть, либо нету, либо там еще что-то, в чем причина. То есть задача данного конкретного такового расклада, и в будущем еще будет несколько таких философских раскладов, для того, чтобы просто посмотреть один из вариантов, да, того, почему может существовать зависть в человеке. То есть вот в этом раскладе не нужно, как это сказать, сопоставлять себя с раскладом и говорить, что вот, а, вот это вот у меня есть или вот этого нету. То есть смотрите данный расклад как, скорее всего, как наблюдатель. То есть вот как если бы вы, например, зашли в интернет, да, и загуглили слово «зависть». Вот вам выпадала бы какая-то информация, вы ее просто читаете, то есть не включаясь в процесс. Почему? Потому что, опять же таки, тема не очень-то и приятная, вот, но в данном случае у меня не стоит задача прояснить эту тень, а просто ее немножечко поисследовать. Такой, знаете, чисто любопытный, любительский интерес. Тему данную мне предложила Ирина перед, не помню, по-моему, прошлым эфиром. В комментариях о том, что, Елена, давайте мы поисследуем эту тему. Лично мне она вообще не близка. Я бы ее никогда сама не придумала. Почему? Потому что мне неинтересно. Неинтересна сама тема, да, поисследовать ее. Но это тоже имеет место быть в нашей жизни. И поэтому я согласилась, да, то есть что-то новое испробовать, как-то по-новому посмотреть на это понятие, на смысл, да, на этот смысл, который вкладывается в данное слово. Поэтому расклад, он вот такой. Не знаю, как выйдет, не знаю, как получится, но, как правило, расклады, которые мне не совсем резонируют, но иногда я хочу их делать, да, то есть меня никто не заставляет, а вот это вот мое желание. Но мне некомфортно, да, то есть изначально моя позиция такая некомфортная, но я хочу поисследовать. Вот с этой целью я делаю расклад. Поэтому и подводка такая, вы можете, ну, сразу выключить, вот, если, ну, вам не интересно. Так, но в будущем, конечно же, будут философские расклады, потому что я их люблю. На них не всегда много просмотров, но мне все равно, да, потому что я хочу делать расклады, которые мне, скорее всего, по душе, а, наверное, коммерческие, ну, можно найти и на просторах интернета. Так, у нас, по-моему, 5 вопросов, да, здесь, поэтому на одну позицию приступаем. Ирину благодарю за идею. Первый вопрос. Чему я завидую? Чему я завидую? Работать будем на колоде Николеты Чиколи. Смотрим. Чему я завидую? Четверка кубков. Интересный такой момент. Он может быть двоякий. Что-то в последнее время я все время вижу двойственность, да, в интерпретации арканов. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что кому-то мы можем завидовать какой-то вот такой расслабленной позиции, да, то есть человек отдыхает, никуда не торопится, живет размеренно, может быть, не развивается, то есть какой-то вот такой этап, но здесь, скорее всего, скрывается некое состояние, которое необходимо нам. И мы это состояние завидуем, когда оно есть, присутствует у другого человека. То есть четверка кубков, вот мы видим даже в колоде изображена девушка, которая сидит, значит, в этой ракушке, в расслабленном таком состоянии. Я не вижу, чтобы ее что-то там напрягало,
Она сидит и созерцает остальные там звезды, ракушки, но при этом она находится в неком таком куполе, да, то есть что-то ее все же ограничивает. И я могу предположить, но вот главное, что мне цепляет в этом аркане, это состояние. Вот это вот состояние расслабленности, я никуда не бегу. То ли это вынужденное, да, то есть такое может быть, например, когда мы устали, либо когда заболели, да, и мы вынуждены находиться в кровати в какой-то такой пассивности. Но здесь зависть, либо еще может быть зависть состояния спокойствия, то есть отсутствие какой-то суеты, отсутствие суматохи, отсутствие агрессии. Такое, знаете, некое зен-состояние, которое мы можем завидовать другим людям. Либо это также может быть состояние, когда мы видим, что человек уверенный в себе, и он расслабленный, он не напряженный, да, то есть есть в нем вот эта вот женская гибкость и при этом упругость. То есть нельзя сказать, что человек такой бесструктурный, да, то есть вот как размазня, как лякса, то есть есть расслабленность, есть гибкость, но при этом упругость. Вот, возможно, такие моменты, да, мы завидуем в другом человеке, да, либо в общем, да, как понятие. То есть хотелось бы иметь такое состояние, состояние расслабленности, состояние эмоционального удовлетворения. Да. То есть здесь не только негатив, уныние, по четверке кубков у нас проходит, но и в то же время проходит эмоциональная стабильность, да, когда все вот устаканилось, и все настолько хорошо, да, что я не хочу куда-то идти, что-то делать, вот меня все удовлетворяет. Возможно, вот этому состоянию мы завидуем. Еще чему мы можем завидовать? Ну вот, еще одна четверка, да, император. Это вот некая такая стабильность. В данном случае здесь стабильность можно воспринимать как безопасность, да. То есть, когда все стабильно, когда все понятно, конкретно, структурно, человек, опять же таки, расслабляется. Вот исходя из этого, да, зависть, у нас будет вопросы дальше разбирать причины, но я могу сказать, что человек здесь эмоционально, вот если бы я увидела это как сигнификацию, я бы сказала, что человек эмоционально очень напряжен. То есть такой этап у него в жизни активный, когда он имеет какую-то большую ответственность, либо, либо какой-то груз несет на себе, и ему нужны силы, в том числе и сила воли, чтобы справиться с этими обязанностями. То есть здесь идет вот какая-то ответственность, какой-то груз, и при этом человек вот что-то на себе тащит достаточно долгое время, но он серьезно подходит к этому моменту, потому что ситуация действительно того требует. То есть это не перекладывание ответственности, да, на человека, как сигнификация, если бы это была, а наоборот, это скорее всего такое состояние, что только я могу сейчас с этим справиться. То есть, ну, например, это, если это профессиональная какая-то сфера, да, то есть начальник, и у него нужно там перед вышестоящими органами сделать какой-то отчет, да, и вот он, как начальник отдела, начинает гонять своих подчиненных, да, спрашивая с них больше и больше и больше. Почему? Потому что ему нужно быть уверенным, что все пройдет так, как надо, и я должен, ну, отдать, сделать удовлетворительный отчет, да, перед вышестоящими. Вот здесь что-то такое идет. И поэтому в данном случае, да, это вот если сигнификация, поэтому идет такое состояние, что хочется расслабленности, хочется вот какого-то такого, знаете, успокоения, стабильности. Но при этом вот как будто бы не терять как-то свою власть, что ли, вот свои вот эти вот территории, границы, которые подвластны нам, не хочется терять.
Но это тоже, скорее всего, входит вот в какую-то стабильность. То есть вот так, как сейчас, меня все удовлетворяет. И я не хочу никаких перемен, я не хочу никаких изменений. Возможно, в жизни человека, опять же таки, как сигнификатор, я могла бы сказать, что очень часто происходят какие-то перемены, и не всегда те перемены, которые он сам себе создает. То есть, возможно, какие-то там вынужденные переезды, причем либо какие-то командировки, не в контексте запрограммировано, да, что вот такого-то числа ты поедешь, а вот как будто бы, знаете, неожиданно звонят человеку и говорят, собирайся, ты вот туда поедешь, да, либо, то есть у тебя были какие-то свои планы, а тебе эти планы рушат, и ты не можешь отказаться, то есть вот здесь такие моменты тоже проскальзывают. Чему еще мы завидуем? Это если бы была сигнификация, да, то есть как будто бы что предшествует, ну, забегая наперед, я уже как будто бы рассказываю причины, хотя такой вопрос будет. Ладно, чему еще мы завидуем? Вот опять-таки это в контексте четверки кубков расслабленного состояния, да, чему мы завидуем, когда человек находится в гармонии с самим собой. Это хочется сказать, когда его совесть, да, чистая и спокойная, когда нету вот этого вот момента наказания, да, то есть здесь человек, ну, ощущается все равно какая-то ответственность, то ли человек сам себя наказывает и слишком требовательный к себе, то ли наоборот есть какие-то наказания свыше, да, то есть в том числе и как будто бы судьба, да, если так можно сказать, наказывает какими-то уроками достаточно болезненными. То есть мы завидуем тогда, когда нету перемен и нету каких-то вот болезненных уроков наказаний. Но при этом в контексте болезненности, да, они могут быть такими, но уже здесь настолько, знаете, вот болевой порог у человека высокий, что я не знаю, какая боль сильная должна быть, чтобы этого человека как-то зацепить. То есть наказание есть, но человек к ним уже настолько привык, то есть здесь ощущение того, что человек все время живет в каких-то наказаниях, да, то есть это, не, опять же таки, не обязательно извне, сам себя может так наказывать, что мало не покажется. И вот он как будто бы вот привык к этому, да, что все время что-то, когда я делаю, это все время что-то не так. И здесь присутствует усталость. Именно поэтому очень высокий болевой порог, как усталость, как невозможность нервной системы реагировать на какие-то новые раздражители извне. То есть вот здесь что-то такое идет. В общем, как мы поняли с вами, да, здесь мы можем завидовать состоянию. Причину, по которой мы завидуем, в принципе, я ее разодела, да, так косвенно, но давайте еще посмотрим, да, в чем может быть причина, по которой я завидую. Девятка кубков. Вот видите, то, что я говорила, недостаток какого-то удовольствия, либо недостаток того, что человек может жить для себя. То есть вот какого-то момента в жизни, когда я получаю удовольствие от того, как я живу так, как я хочу, без каких-либо рамок и правил, да, то есть вот с одной стороны, комфорт нужен там, где какое-то постоянство, а с другой стороны, вот постоянство, которое есть, да, то есть эти рамки, они мешают. И причина, по которой я завидую, это вот, возможно, либо недостаток какой-то расслабленности, да, то, что я уже говорила, но здесь удовольствие, здесь как будто бы не хватает каких-то ярких красок. Либо здесь, возможно, знаете, еще такой момент, когда человеку вот прям не хватает тишины, тишины и уединения. То есть даже если присутствуют какие-то люди в его окружении, да, то есть опять же таки то, что я и говорила вот здесь по этому аркану, настолько человек игнорирует свое окружение в данном случае, потому что устал уже как-то реагировать на это. Причина в недостатке наслаждения жизни, да, поэтому я либо какой-то тишины, вот хочется тишины, хочется побыть одному. Не одиночество хочется, а хочется убрать внешние раздражители для того, чтобы расслабиться. Вот в чем причина. То есть здесь человек хотел бы расслабиться. Еще причина, по которой я завидую, аркан Луны.
Но здесь, смотрите, здесь может быть вот как раз-таки вот эти вот скелеты в шкафу, которые проплывают перед девочкой здесь. Это и есть ответственность и бесконечное самонаказание, либо вообще наказание извне. Возможно, человек даже сейчас находится здесь не то, чтобы он запутался, а здесь какое-то такое, знаете, помутненное состояние, потому что нету ясности. Здесь какое-то вот болезненное идет состояние. Не то, что человек болеет, а здесь очень ярко сейчас проявляется ваше бессознательное. Что именно? Рыцарь жезлов. Здесь может быть какое-то вот предчувствие того, что грядут какие-то перемены. И у человека есть как раз то, что я говорила, да, все время надо куда-то ехать. Причем это не стабильно, а это внезапно. И вот эти вот внезапности, они настолько достали. То есть это даже может быть не только поездка, да, а не знаю, может быть, периодически платите какие-то счета, да, то есть рассчитался с одним долгом, появляется другой какой-то долг, да, то есть рассчитался с одним там счетом, выплатил то, что нужно, и вдруг неожиданно там еще что-то. То есть сделал что-то, поломалось в доме, надо туда купить. То есть вот это, вы знаете, какая-то бесконечная череда неожиданностей, она очень сильно напрягает. И здесь причина может быть того, что вы как-то интуитивно ощущаете, что опять что-то новое грядет, да, и вы так, знаете, такое ощущение, что человек сидит и говорит, ну опять 25, ну хватит уже, да, я уже больше не могу. Мне просто хочется понять, почему вообще это все происходит. То есть помимо причины зависти, вообще почему происходит вот то, что я писала, да, какую-то ситуацию. Аркан влюбленных, почему? Потому что здесь как будто бы, знаете, есть какая-то судьбоносность, да, то есть какой-то сценарий. И задача заключается в том, что вы как-то по-другому начали реагировать на этот сценарий. Здесь, скорее всего, выбор, который вы делаете в этом повторном шаблонном сценарии, он приводит вас не к нежелаемым каким-то результатам. То есть вот эта вот повторность, она заключается в том, что вы как-то иначе отреагировали. И тем самым разорвали этот шаблон. Вот как вам нужно здесь отреагировать? Вот Аркан Смерти как раз таки говорит, что здесь как будто бы нужно проснуться. Да, проснуться. Что нужно увидеть, когда проснешься? Королева Пентаклей. Здесь человеку как будто бы нужно увидеть свою собственную ценность. Причем вот смотрите, да? Ценность себя, собственная ценность. Что значит собственная ценность? Начать уважать себя. Начать себя воспринимать как нечто очень ценное, дорогое для вас и важное. Вот если, допустим, да, для матери в каких-то моментах, да, не для всех матерей, а в каких-то моментах ребенок является самой большой ценностью, особенно если он там грудной, да, и вот вообще беспомощный. То есть не может самостоятельно себя обслужить. Для матери это является большой ценностью, да, на тот период. Если у нее забрать, либо что-то, если случится с этим ребенком, да, она начинает реагировать. То есть про вот этот материнский инстинкт включается, включается защита, да, то есть она начинает оберегать. Вот здесь вот примерно по королеве Пентаклей нужно пробудиться и относиться к себе примерно так же бережно, вот как если бы вы были сами для себя самой большой ценностью. Почему? Потому что вот эта вот реакция, да, человека, что я хочу отдохнуть, я устала от всего того, что меня окружает, поэтому я завидую, да, другим людям, которые вот могут себя отстоять по аркану императора, да, могут отстоять свои границы, могут сказать нет, да, что немаловажно, могут выбрать, с кем они хотят говорить, а с кем нет, могут выбрать, где они хотят работать, а где нет, да, здесь вопрос выбора. То есть здесь как будто бы человеку нужно научиться выбирать и выбирать себя в первую очередь.
Вот в этом заключается урок. То есть крутят и ходите по одному и тому же сценарию для того, чтобы в какой-то момент начали реагировать и говорить, что да нет, я не хочу больше так, я устала, я хочу по-другому. И вот когда вы сами себе такое говорите, вы начинаете поступать по-другому. То есть если это действительно вас достало и задело за живое, то мы начинаем на это реагировать. Вот здесь вот то, что я сказала, болевой порог в начале, так оно есть, как будто бы здесь человека проверяют на его прочность, сколько еще он может вытерпеть. И как ни странно, чем больше трудностей вам дают, тем больше вы терпите. А здесь не нужно терпеть, здесь нужно пробудиться и увидеть, что где-то, возможно, вы совершаете неправильный выбор. То есть здесь она спит, и здесь она спит. Нужно открыть глаза, а здесь она с открытыми глазами. То есть и посмотреть на жизнь, да, то есть здесь понять. Здесь нужно какое-то, знаете, такое достаточно глубокое переосознание по аркану смерти, посмотреть на жизнь по другим углом, что я у себя одна, да, и жизнь у меня вот в этом воплощении, да, вот в этом теле, она одна. И почему я, например, разрешаю другим, да, обращаться со мной так, как они обращаются? Почему я позволяю жить не так, как я хочу? Да? То есть вот как будто бы здесь действительно нужно пробудиться, и осознанности не хватает с точки зрения понимания, что если это когда-то было, окей, тогда я была другим человеком, либо был другим человеком, сейчас я стал другим человеком. Возможно, нужно соответствовать вот этому моему новому «я». Пробовать, если для кого-то это в новизну, пробовать и стремиться как минимум идти к этому. То есть человек, который себя уважает, как минимум он никуда не торопится. Да? То есть человек, который имеет право слова, имеет право. То есть нужно понять, какие у вас есть права, не какие у вас есть обязательства. Либо почему вы соответствуете каким-то должествованиям по отношению к другим людям, а какие у вас есть права. Здесь, скорее всего, об этом речь идет. То есть королева Пентаклей у нас говорит о ценности как таковой. Вот, вот такие вот причины, да, то есть в принципе начали зависть, и казалось бы, блин, как я и говорила, да, зависть вообще не про меня, но оказалось здесь намного глубже и в другую сторону. Хорошо, зачем? Зачем вам это чувство зависти? Но опять же таки, да, то есть мы как будто бы забегаем вперед за вопросы, зачем, да, для чего вы завидуете? Для того, чтобы вы поняли, что то, что, чему вы завидуете, вы это можете иметь. Вот в чем фишка. И задуматься о том, почему мы не разрешаем себе иметь именно вот это, именно вот такую жизнь, вот какой мы завидуем другим людям. То есть, по сути, зависть в данном случае, она имеет как некий, как это сказать, как некий пример того, к чему я должна идти. Да? То есть за завистью стоит какой-то наглядный такой ряд, либо инструкция к тому, как мне нужно жить. Вот то, что я завидую, это то, как мне нужно жить. Еще зачем вам это чувство зависти? Вот смотрите, да, здесь выпадает король жезлов. Для чего? Для того, чтобы вы двигались к этому направлению. Для того, чтобы вы выпустили, видите, здесь дракоша выходит. Для того, чтобы вы выпустили вот этот вот свой пар в контексте реакции. Чтобы вы начали как-то двигаться, возможно, где-то защищаться, возможно, где-то проявляться. То есть здесь нужна другая реакция. Здесь как будто бы вы должны перезапустить себя, свои заводские настройки, и настроить их на новую жизнь, того, что вы хотите. Следующий вопрос. Откуда эта зависть? Да? Откуда в нас эта зависть? Там, правда, шло пояснение, родовое это либо из прошлого. Вот. Родовое я поменяю на слово по наследству, то есть, видимо, от кого-то в семье. Либо это вот из прошлого нашего, либо из прошлых жизней. Откуда эта зависть? Аркан умеренности. Знаете, я бы сказала, это...
И не то, и не другое, да, то есть это и не семейное, и не по наследству, и не из прошлых жизней. А это, скорее всего, как раз-таки под арканом Луны выпало, да, как будто бы из нашего бессознательного, вот мне хочется сказать, да, потому что здесь девочка как будто бы спит и движется на этой рыбке, да, и видит какой-то сон удачный для себя. У меня такое ощущение, что это вот как будто бы ваше бессознательное с вами говорит. Вот через эту информацию, да, то есть пришло время, я здесь сказала же, да, по Луне, что это наши скелеты в шкафу, они выплывают. И вот, может быть, даже и во сне к вам приходит нечто такая аналогичная информация, но мне кажется, что причина того, откуда это вы сами, да, это вот какое-то бессознательное, да, информация с какого-то общего единого поля, неосознанного вами, которое передается на данный момент. Да, это как информация, да, Паш Мечей. Это как информация, которая вам передается через ваше бессознательное. Причем, заметьте, это возможно сейчас. То есть, если, допустим, раньше это слово, либо вот этих состояний не было, то есть вы за собой не замечали, то это вот как раз как будто бы, знаете, некая такая подсказка свыше, если можно сказать, от своего высшего я, о том, что пришло время поменять. То есть, если вы на это обратите внимание, и вас это зацепит, значит, пришло время. Если нет, то еще нет, то чуть позже, да, поменяйте тогда, когда вот вы почувствуете отклик в вашей душе. Причем, вообще, прекрасный инструмент, на который важно ориентироваться, это наш внутренний отклик. Не в плане резонанс или диссонанс, а наоборот, в плане отклика. То есть цепляет меня это или не цепляет? То есть когда что-то вот действительно ваше, есть внутренний отклик. Вы чувствуете, там, я не знаю, это может быть и какое-то там голосовое, да, что ага, там, либо у, это мое, вот что такое. То есть не обязательно большая фраза, но однозначно вот что-то должно откликаться. Так, и последний вопрос, как проработать, убрать зависть во мне к другим людям, там, родственникам. Ну, в данном случае здесь, если мы говорим не к людям, как это сказать, мы не людям завидуем, да, а мы здесь рассмотрели, что мы завидуем состоянию, которое есть у этих людей. Вот, и, ну, вопрос так звучит, я бы его сейчас, исходя из расклада, по-другому задала, но вопрос звучал первично так, как проработать, либо убрать. Ну, хочется, да, сразу сказать, что чисто логически нужно начать двигаться. Сори, кого пугают собаки. Но они вот так вот без приглашения начинают гавкать. Шш! И сиха! Как проработать, да? Как проработать? Ну вот. Аркан мира, куда поставить, чтобы видно было, да? Вот сюда видно. Знаете, такое ощущение, что нужно идти в новое. Причем, смотрите, как интересно. Мы начали с четверки кубков, где девушка сидела под неким таким куполом. И вот здесь, вот смотрите, то есть этот купол, он уже, вот эта вот крышка или как, ну да, купол, стала, превратилась в целостность. То есть здесь она была половинка, а здесь превратилась в шар этот купол, да, как две половинки. То есть целостность обрелась, превратился в шар. То есть как будто бы здесь ситуация дошла до своего апогея. Что мы можем делать? Мы можем ее завершить и пойти в новое. То есть если есть осознание, что да, я хочу это изменить, то здесь есть и возможность, и шанс это изменить. Да? То есть причем есть, потому что мы видим, что человек смотрит вовне. Здесь она просто сидит в пассивности, наблюдает, а здесь она уже подошла к краю, и ей уже не важно, насколько здесь эта жизнь была какая-то в прошлом идеальная, розовая. Да? То есть девочка уже хочет выйти за пределы себя. То есть, по сути, здесь речь идет о том, что вам нужно выйти за пределы себя, расширить свои горизонты, да, расширить свой уровень сознания, то есть то, что мы понимаем и как мы делаем. Здесь нужно поступать по-другому, новые действия нужно совершать. Какие именно? Король мечей. Здесь каждый должен выработать для себя свою стратегию.
При этом понимая и осознавая, что то, что я хочу, намного ближе, чем я об этом думаю. То есть мне кажется, что вот то, что я хочу, это невозможно получить, и это где-то далеко. Но это иллюзия. На самом деле это намного ближе, чем нам кажется. Нам нужно как будто бы просто решиться на это, да, и начать действовать, да, перестать здесь эмоционировать, волноваться, как-то переживать. И закрываться, да, а нужно наоборот двигаться, да, по направлению, но здесь будет очень сложно, потому что вот видите, есть все равно вот эта вот пятерка пентаклей, здесь вопросы проработки нашего характера, то есть вот эти вот скелеты, видимо, либо они очень глубоко внутри нас находятся, либо... Здесь придется приложить намного больше усилий, чтобы что-то изменить. То есть одного просто понимания, что да, так нельзя, а надо как-то по-другому, здесь будет недостаточно. Почему? Потому что если посмотрим на эту пятерку пентаклей, то здесь девочка, она в принципе в пассивности находится. Да? Ей птичка клюет сердце, причиняет ей боль, она никак не реагирует. То есть она как минимум этих птичек она не отгоняет, она находится в пассивности. То есть я принимаю вот эту вот боль. Причем аркан выпал под арканом смерти, да, что нужно как-то отреагировать вот на эти обязательства, на эти шаблоны, потому что они как будто бы несправедливы. Несправедливы, почему я говорю как будто бы, то есть теоретически они справедливы, потому что что сеем, то и получаем. Но несправедливы по отношению к нам, да, опять же таки, почему? Потому что мы не дошли до уровня королевы пентаклей, человека, который ценит себя. Поэтому нам нужно будет прорабатывать вот этот момент ценности себя, чтобы мы начали реагировать по-другому, чтобы мы начали отгонять вот этих птичек, которые нам причиняют боль. Но здесь мы позволяем этой боли. Видите, вот то, что я говорила. То есть и почему позволяем? Потому что привыкли. Потому что есть какое-то убеждение, которое нам где-то внутри говорит, что ты не заслужила. То есть вот то, что ты имеешь, вот эту вот боль, вот эти ограничения, трудности, ты это заслужила. И вот с этим придется работать. Но, видимо, это настолько глубоко сидит внутри нас, вот это вот, то, что мы заслужили, что вытащить на поверхность и как-то проработать, ну, придется прикладывать усилия. То есть легко не будет. Но в этом есть урок, потому что это пятерка. Что нам нужно сделать? Ладно, что нам нужно сделать еще? Начать двигаться в этом направлении, потому что семерка пентаклей, как вы видите, да, много возможностей, много ножек, но они двигаются в разном направлении. Здесь нужно прийти к какому-то единому консенсусу для этого нам самим собой. Для этого нам нужна некая такая стратегия, то есть понимание, как цель, куда я иду, да, по королю мечей. То есть прописать как будто бы себе... Условно говоря, план, что я хочу, как я это буду делать, да, для того, чтобы в голове было понятно, как мы будем действовать. Не для чего, а как мы будем действовать. Для чего у нас уже было вот здесь по аркану смерти переосознание. Мы поняли, в чем причина. Как нам действовать? Здесь нужно будет прописать план по десятке мечей, завершить вот этот вот акт насилия над собой, потому что, ну вот, иначе невозможно сказать, да, когда она стоит так, вот, и ножик ей режет платье, то есть перестать, да, завершить с тем, как вы поступаете, да, по отношению к себе, то есть обесценивая себя. И что нужно дальше сделать? И начать двигаться вперед, да, паж кубков. И начать, причем начать, знаете, с какого-то интереса к себе. Потому что паж кубков не говорит о любви, он говорит как раз-таки об интересе. Здесь даже влюбленности нет, об заинтересованности, да. То есть начать с того, что вот мне данная тема интересна, я хотела бы ее рассмотреть поглубже. То есть что-то начать делать в этом направлении, потому что у меня есть интерес. Через эмоции, да, через такое вот бережное, но при этом легкое отношение к себе. Здесь не начинать с любви к себе, а вот скорее всего, знаете, с какой-то вот заинтересованностью в контексте «а давай я попробую вот так», да. И я понаблюдаю за своими эмоциями. Вот что будет? Как будет? Угу. Как будет? Будет достаточно сложно? Потому что здесь идет аркан справедливости. Да? То есть по справедливости здесь нужно будет разрушить много чего.
прежде чем у нас появится солнышко, да, через, прежде чем у нас появится какое-то новое начало, что-то новое возродится. Причем в этом солнце, да, тоже вот я сейчас обращаю внимание, да, как будто бы общий какой-то мотив, что здесь в десятке мечей со мной что-то происходит, а я нахожусь в пассивности, что даже в солнышке, что является позитивным, да, арканом, мы видим, что пчелки летят и на мед к этому солнышку, да, то есть вот начинает, опять же таки, хотя зависит от того, что мы увидим, да, что вы видите сейчас, что пчелки приносят мед, откладывают в ульях, да, солнышко в платьишке, либо забирает. Мне почему-то кажется, что забирает. То есть вот очень напоминает вот этот аркан, не знаю, чисто визуально. То есть здесь нужно, скорее всего, перестать... Да, здесь нужно выстраивать границы. То есть причина заключается в границах, научиться выстраивать границы. Потому что чужие границы вы четко понимаете, вот здесь вот по аркану императора, то есть другие люди вам четко прописывают, что вам можно, а что вам нельзя. А вы свои как будто бы, ну, слишком размыты, вы свои не совсем понимаете. То есть вы много чего разрешаете другим людям по отношению к самой себе. Вот такой у меня был сегодня расклад. Я очень рада, да, что... пошла вопреки самой себе, но мне было интересно, да, то есть если бы не было интересно, я бы все равно не выбрала тему, которая мне не откликается. Вот для меня из этого, исходя из этого урок, что иногда то, что не откликается, в нем тоже есть что-то новое, да, все зависит от готовности смотрящего, готов ли он это увидеть или нет. Вот, и когда я готова, я вижу очень интересные вещи перед собой. Какие вы выводы сделаете, не знаю, можете написать мне в комментариях. А я с вами прощаюсь до среды. Хочу пожелать вам всем отличной недели. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.